Всем привет, с вами Руслан Захаркин. Многие обещают какие-то золотые горы, вступите туда, сделайте это, купите то и тому подобное. Схема вообще непрозрачная. Совсем недавно я наткнулся на один сервис под названием Must Cool Loyalty. Программа лояльности, кэшбэк-сервис. Что он из себя представляет? На самом деле я не хочу, чтобы вы смотрели на меня, я хочу вам показать с экрана монитора, загрузив веб-версию. В двух словах это выглядит следующим образом. Вы посещаете партнерское заведение программы Must Cool Loyalty, совершаете там какую-либо покупку, ну для себя, чисто для жизни, там либо покушать, либо какие-то носки взять, трусы, ну сами понимаете, здесь у каждого свои интересы. А потом в течение 7 дней вам приходит кэшбэк. Я думал, что это разводка, решил просто пообедать в одном из заведений партнеров под названием «Веранда». Я купил небольшой ланч, и в течение 7 дней мне вернулся кэшбэк, практически 20%. Тема работает, и я снял об этом небольшое видео. Ссылка в описании. Более того, когда у меня достиг порог минимальной суммы вывода, а это 300 рублей, я тоже снял видео, ссылка в описании, вы сможете посмотреть, что я вас не обманываю, это раз. Второе, деньги реальные. И третье, самое главное, система работает. Я знаю много сетевых компаний, не буду их называть, зачем пиарить, но там все непрозрачно. Я хочу показать вам веб-версию приложения Must Cool Loyalty, потому что на телефоне это показывать крайне неудобно, и я еще не научился снимать видео с телефона. А на компьютере есть отличная программа, с помощью которой я покажу вам, что это за сайт, как можно зарегистрироваться, как можно вывести денежные средства и самое главное, как можно пригласить друзей. С помощью друзей вы можете взаимно зарабатывать деньги. А сейчас я покажу вам, как это выглядит на экране монитора. Погнали! Итак, свой обзор я начну с посещения сайта mustcool.top. Давайте мы его еще раз обновим. Вот стартовая страница. Если что, я буду что-то выделять. Видите, 7 дней кэшбэк бонусов от Must Cool. В первую очередь, конечно же, вам нужно зарегистрироваться. Нажимаем регистрация, это правый верхний угол, вот, если что, буду выделять. Значит, ваше имя, фамилия, email, пароль, подтвердите пароль, промокод. Здесь можете вставить промокод друга, но лучше вставить мой. Смотрите, я его даже напишу, 778. Код безопасности, вот он, тоже его вводим. Откуда вы о нас узнали? Ну, я думаю, они собирают статистику, ну, ничего страшного. Я, например, узнал из Фейсбука. Вот, я согласен с условиями зарегистрироваться. Все, замечательно. Ну, допустим, вы зарегистрировались, нажимаете «Войти». Видите, у меня уже тут, ну, грубо говоря, все введено. «Запомнить меня». Нажимаем «Войти». Вот мы с вами, грубо говоря, в личном кабинете. То есть, начало, что можно сделать? Добро пожаловать, Руслан, спасибо, как же любезно. Вот, посмотрите, установить на свой смартфон приложение Must Cool Loyalty. Напоминаю, что мы с вами сейчас находимся на веб-версии, она практически идентична смартфонной. Ну, давайте перейдем по ссылке сейчас, вот видите, вот эта ссылочка. Мы сейчас переходим на Must Cool Loyalty. Приложение у меня уже установлено, видите, да? Здесь его можно спокойно скачать. Использование бесплатно, то есть ни копейки вы не платите. Вот подробнее, что, как, чего, зачем, пробуйте и так далее. Вот мой отзыв, Легат, видите, отличное приложение. Ну, действительно, да, вот тут сходил в веранду, вернул почти 71 рубль. Да, неплохо. Вот, значит, возвращаемся назад. Сразу вам покажу каталог партнеров. Вот он сверху, видите, меню горизонтальное. Здесь различные партнеры. То есть, допустим, вот караоке «Ля Музон». Я там еще не был, хочу попеть. Но, как видите, вокальных талантов у меня особо нет. Только рэп «Е камон камон». Ну, ничего страшного. То есть, здесь кэшбэк у нас 10%. Грубо говоря, там на 1000, на 2, на 3 попели, получили 100, 200 или 300 рублей в течение 7 дней. Так, дальше. Видите, вот эта вот иконка? «Мой аккаунт». А вот мой промокод. У вас тоже будет свой промокод, если что. Вот мой аккаунт. Значит, переходим в баланс история. Показываю сейчас личные данные, если что. Не буду их замазывать, как бы мне скрывать нечего. Доступный остаток у меня сейчас почти что 2,5 рубля. Вот у меня мои зарегистрированные чеки, магазины, где я был.
вот у меня история платежей, все показывать не буду. Вот у меня даже есть бонусы за друга, об этом я скажу чуть позже. Вот здесь, грубо говоря, вся ваша история, весь ваш баланс, что когда было. Вот доступный остаток, объясняю. Это 2 рубля, то, что у меня есть сейчас. В ожидании, так называемый холд. То есть за какие-то покупки может быть холд, ожидание. Например, если вы берете через магазины партнеры, через интернет. Там холд тоже может быть там, от 2 недель до 90 дней. Отклонено 0, то есть у меня все чеки настоящие. Запрошено на выплату 0. Я ничего не запрашивал в последнее время, только вывел 300 рублей и все. Выплачено, вот как я уже сказал, 300 рублей. А 300 рублей это минимальная сумма вывода, запомните, это очень важный момент. Также, как снять деньги, смотрите. Вот, вы должны, я не могу сейчас да, ничего снять, вы должны заработать по крайней мере 300 рублей. Это самый минимальный порог для вывода. Можно вывести на любую карту, без проблем, без комиссий. Так, как это работает? Давайте перейдем вот в эту вот вкладочку, видите. Как работает программа MustCool для покупателя? Вы можете прочитать весь этот текст, а можете послушать меня. В двух словах, скачивайте приложение на свой телефон. Совершаете какую-либо покупку в любом из партнерских заведений, кафе, кальянное, не знаю, какой-нибудь караоке или магазин, там, трусы себе покупаете, пиджаки, костюмы, квартире, ну, неважно, главное, в партнерском заведении, которое есть на сайте. Дальше. Сканируйте QR-код на вашем кассовом чеке. То есть система уже проверяет, видите, введенные данные чека на достоверность и на наличие дубликатов. А то кто-то пытался как-то баловаться, но это все пресекается. Вот. Если все хорошо, все, вам начисляется кэшбэк в течение 7 дней. Это ключевая особенность. Я нигде не видел кэшбэк-сервисов, а их очень много сейчас в России, в мире и на планете Марс, как говорится. Так вот. 7 дней вам приходят деньги. При достижении порога выводов 300 рублей, вот видите, 300 рублей, вы можете вывести денежные средства, потому что одна единица кэшбэк-бонуса – это 1 рубль. Вот и все. То есть здесь, ну, действительно, явные преимущества. И важный момент, очень важный момент. Отдельно стоит отметить возможность получения дополнительных кэшбэк-бонусов за покупки ваших друзей. Достаточно рассказать знакомым или родственникам о программе MustCool и сообщить им свой промокод. Можете сообщить мой, 778, напоминаю. Вот. Промокод можно найти в личном кабинете. Он так и называется, промокод для друзей. Вот, пожалуйста. Видите, я вам выделяю промокод для друзей. Напоминаю, 778. Вот. Подключить друга. Видите, где мой аккаунт? Подключить друга. Ваша реферальная ссылка находится вот здесь. То есть по ней можно зарегистрироваться, и тогда система поймет, что это от вас человек. Либо при регистрации, как я вам уже показывал, можно ввести промокод. Какие условия? Ты можешь рассказать своим друзьям как раз о MustCool, и само приложение MustCool пополнит ваш счет на 20 рублей за регистрацию. И как только ваш друг совершит покупку и получит кэшбэк в сумме, равной или более 500 рублей. Видите вот эту фразу? Вот здесь читайте. Вы можете запихнуть эту ссылку куда угодно. На форум, в Facebook, на свой личный сайт, в WhatsApp всем рассылать. Это уже ваше дело. Вот у меня, грубо говоря, какая история. Переходы, рефералы. Ожидаются деньги, выведены денег. Так, вот мои, скажем так, рефералы, ну, мои друзья, которые зарегистрировались. На данный момент их 12 человек, не так много, что-то у меня в холде, ну, что-то я какую-то копеечку получу. И самое главное, очень важный, важнейший момент, на мой взгляд, вы получаете не только вот эти вот, да, условия, которые я только что сказал, но и небольшую копеечку за каждую покупку вашего друга пожизненно. Ну, грубо говоря, пока действует договор между MustCool и конкретным заведением. Вам будут капать деньги, пассивный доход. Причем он реальный. Это не банк, это не ипотека, это не кредит. Это реальные деньги, которые можно вывести. Причем вывести можно несколько раз в день. То есть мне повезло так, что я вывел деньги, и они мне пришли за 3 минуты.
Ссылка в описании, я вам пришлю это видео. Вот такой сайт. На сайте тоже можно добавить чек, видите. Но на самом деле все просто. Почему я показываю на сайте? Потому что действительно с телефона это не заснять. А на телефоне у вас будет вот QR-скан. И вы, грубо говоря, просто приложите вот этот кассовый чек QR-кодом к вашему скану на телефоне. И все произойдет мгновенно. И как только чек будет проверен на достоверность и на наличие дубликатов, а я уверен, что у вас их не будет, все будет нормально, вам сразу же придет первый кэшбэк, и в течение следующих 7 дней, ровно недели, вам будет приходить кэшбэк-бонус. Чем больше друзей подключится как раз к программе Must Cool Loyalty, тем больше вы заработаете, причем пассивного дохода. Это действительно так, я не шучу, вот сам жду 240 рублей, пока они в холде. Это чисто за покупки друзей, это круто. Это реально круто, потому что они и сами экономят, и помогают немножечко заработать мне. То есть здесь взаимовыгодное сотрудничество, можно сказать. Поэтому имейте в виду, вот сайт Must Cool Loyalty. Я постараюсь освещать вот такие вот моменты, потому что, еще раз повторяю, моя личная позиция, рассказывать о том, что знаешь. А о чем не знаешь, лучше не рассказывать. Кстати, тоже важный момент, сразу скажу, вот каталог партнеров. Давайте еще раз зайдем. Вот, допустим, AliExpress. Ну, вроде магазина нет. А как здесь кэшбэк получать? Самое главное, чтобы вы перешли на сайт AliExpress через веб-версию mustcool.top. Это очень важный момент. Тогда система поймет, что вы именно с ее помощью произвели какую-то транзакцию, какую-то покупку. И тогда вам начислятся бонусы. Там, конечно, большой холд, ожидание. Тем не менее, гарантированный кэшбэк вы получите. Как я и обещал, я показал вам все, что можно и все, что нельзя. Схема действительно прозрачная и самое главное, приложение работает. Я бы никогда не стал советовать то, что сам не попробовал. Вот, например, я слетал на Кипр. Я снял видеообзор. Что там хорошо и что там плохо. Нормальный песок. Но не по каким-то рассказам, а по своим личным впечатлениям. Это очень важный момент. Потому что многие советуют и рекламируют то, чего сами не пробовали. В моем случае это не прокатит. И на моем канале такого никогда не было и не будет. Не забудьте скачать Must Cool Loyalty, посещать заведения партнеров, зарабатывать деньги, приглашать друзей и вводить мой промокод 778. Спасибо за внимание. Благодарю вас за подписку, за лайк. Можете задавать любые вопросы, с удовольствием на них отвечу, потому что сервис я уже протестировал. Буду и дальше его использовать. Чего и вам желаю. Пока.